Хочу посоветовать вам War and Magic, игру, очень похожую на героев, где вам нужно развивать свой город, прокачивать героя, нанимать армию и сражаться с монстрами. Здесь очень много интересных нововведений, в общем, в мобильном формате такая игра может увлечь вас надолго. Играю, кстати, через программу BlueStacks, с помощью которой можно запускать любые игры из Play Market на вашем компьютере. Причем все очень удобно, так как есть клавиатура и мышь, работают хоткеи и все такое. Ссылка на игру вместе с BlueStacks в описании. В наше время сложно встретить геймера, незнакомого с играми компании Bethesda. Их собственная серия The Elder Scrolls по праву носит культовый статус. В свое время компания взяла под крыло серии Fallout, Wolfenstein и Doom, благодаря чему сейчас прочно стоит на ногах и радует свою аудиторию продолжениями пекарской классики. Но так было не всегда. В самом начале 90-х недавно открытая Bethesda Softworks не могла похвастаться своим послужным списком. Собственно, никакого списка еще и не было, компания выпускала только хоккей для компьютеров того времени. Звездой тех игр был Уэйн Грецкий, что собственно и обеспечивало им продажи, но был кое-кто покруче чемпиона НХЛ. Робот из будущего, каркас которого создан из пули непробиваемого титанового сплава, тот самый, который был послан в прошлое, чтобы уничтожить надежду человечества. Терминатор. Несмотря на то, что фильм вышел на экраны аж 6 лет назад, Терминатор был все еще популярен, и осенью 1990 года Bethesda анонсировала сделку с Hemdale Film Corporation, а также намерение выпустить игру по лицензии. Терминатор для DOS вышел на следующий год, и, видимо, уже тогда разработчики в Bethesda питали страсть к огромным игровым пространствам, потому что эти психи воссоздали целый Лос-Анджелес в 3D. Игрок мог выбирать, играть за Терминатора или за Кайла Риза. Персонажу предстояло добывать оружие, прятаться от полиции и, в зависимости от выбора, уничтожить или спасти Сару Коннор. По условиям договора, Bethesda могла не только делать игры по вселенной Терминатора, но и сублицензировать права на фильм издателям консольных игр. Короче, Bethesda начала продавать Терминатора всем желающим. Когда те или иные разработчики получали предложение сделать игру по фильму Терминатор, они тут же с радостью соглашались. Но как только они приступали к работе, от издателя поступали печальные условия контракта. Автор многих хитов для консолей Sega, знаменитый разработчик Дэвид Перри, вспоминает, как его команда делала Терминатора для Probe Software. «Нам не терпелось начать, но мы не знали, как заставить Mega Drive делать хоть что-то. Мы смотрели на плохо переведенные с японского инструкции и просто начали писать код. Все стало еще хуже, когда мы узнали, что мы не имеем прав на использование Терминатора как играбельного персонажа. В игре про Терминатора. Когда стало известно, что мы не можем использовать и Сару Коннор, стало ясно, что это была худшая лицензия в истории. Оставался только Кайл Рис, парень, который умирает в фильме. Умирает раньше, чем Терминатор. Вдобавок, на всех играх отразилось то, что вторая часть фильма была уже на подходе, а значит, нужно было торопиться. В результате все консольные терминаторы, на титульном экране которых было слово «Bethesda», оказались дерьмовыми. Терминатор для Mega Drive от издателя Virgin содержит всего 4 уровня, которые проходятся буквально за 15 минут. Из-за условий лицензии под пресс Терминатора здесь загоняет Кайл Риз, однако в финальных титрах он внезапно умер. Терминатор для NES от издателя Mindscape ужасен полностью, и здесь разработчикам также пришла идея начать игру в будущем. Ну а что еще делать несчастному Ризу? Всю игру спасать Сару Коннор, что ли? С оружием у персонажа настоящая беда, контов нет вообще, что сильно усложняет прохождение, а концовка снова вытирает ноги о сюжет первоисточника. Терминатор для SNES также был продан Mindscape, и он построен по тем же лекалам, разве что с оружием тут куда лучше. И здесь просто гениальная концовка. Вот представьте, ваш персонаж пробирается через тонны врагов, побеждает их и тут, и там, он настоящий герой. Но тут девушка кидает ему взрывчатку и... хэппи-энд. Примите мои поздравления.
Единственный сносный терминатор выпустили Virgin в 93 году для Mega CD. Да, здесь все та же самая история. Игра сделана на том же движке Дэвида Перри, но уровни были созданы с нуля. Кайл Рис теперь не такой беспомощный, а концовка ближе всего к фильму. Хотя Кайл здесь не умирает. Зато возможности платформы позволили проиллюстрировать финальную сцену максимально достоверно. Неудивительно, что все эти игры оказались такими похожими, ведь придумать какую-то иную историю вокруг Кайла Риза означало исключить из игры Сару Коннор и самого Терминатора. Но кто это купит? А теперь представьте, какими разнообразными могли бы быть все эти игры, если бы не дурацкие условия лицензии от Bethesda. Они, возможно, и не виноваты, и решение шло от правообладателя фильма, но ведь именно у Bethesda вышла единственная игра с возможностью играть Терминатором. А это наводит на мысли. Спасибо за просмотр, ваши лайки очень помогают моим роликам находить новую аудиторию, а поддержать меня и эту рубрику вы можете на моей странице на Patreon. Ссылка в описании.